Сегодня, в этот солнечный день, 9 мая, вся страна празднует 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. По традиции, праздничные мероприятия в Клину начинаются здесь, в сквере Афанасьева. В сквере Афанасьева у нас торжественное прелюдие ко всему празднику. Здесь состоится концерт, который готовит у нас театр МИК, наши лучшие коллективы Клинского района. Хорошее настроение, весело, нормально, все выступает. Организация хорошая, людей много. Наши прадеды, дедушки воевали и выиграли. И очень непередаваемые эмоции. И мы будем помнить, дети наши будут помнить, мы будем все для этого делать. Хочется поздравить всех с этим великим праздником Победы. Ну, радость только одна радость, больше ничего. Мы хотим, чтобы мирные... Было хорошо и для детей, чтобы не было войны, какую мы пережили. Друзья мои, как можно сейчас сидеть дома, когда, во-первых, прекрасная погода, во-вторых, такой замечательный праздник. Приглашаем всех выйти, принять участие, если вы хотите в митинге, если вы хотите в праздничной программе в парке Сестрорецка. Мы вас ждем.